Та-дам! Та-да-дам! Ребята, покупки где? ВТБ! ВТБ у нас ночные покупки. Так, будем по чеку, потому что он длинненький. Сумма вышла у меня 857 гривен. Все перемыли, все перечистили. Так, пакет 2 штуки по 2,80. Вода. Угу. Где? Ага. Сейчас. Вода. Раз, вода. Забыла, мать. Мыло. Мыло. Просто. Воду забыла, говорю. Так. Раз, вода. И вот тут будет два вода. Одна газировка, сильно газированная, вторая без газа. Обе по 8,90. Так. 2 килограмма сахара. Вот один, ребятки, сахар ВТБ нынче стоит 13,91, а второй посыпался прямо на кассе, когда в пакет упаковали. По 13,90 за килограмм. Так? Дальше у нас идет цибуля, цилук. Лук, вот он в пакетике сложенный. Цибуля, цилук. Да. Да. Лук стоит 17 гривен 39 копеек. Так? Ну. Теперь поехали. Мороженое. В прошлый раз я не покупала килограммовое мороженое. В этот раз решила разновой, посмотреть, что там по акции есть. Вот. Потому что килограммовое у меня получилось, прошла где-то 110 гривен. А может, что быстро его съела. Думаю, может, поштучно какие-то акционные взять. Короче, вот такое вот взяла. Ой, оно уже тает. Сейчас я вам покажу и в морозилку убираю. Фирма Ласка. Мороженое с макоароматичным наполнителем карамель, крыхтами кондитерской глазури и печива. Короче, типа кусочки шоколада и печенюшек. Вот такая вот. И сегодня оно по акции. Здесь полкилограмма стоит 45,50, ребята. Так, открываем морозилочку. Морозилки не показываешь, а по у меня. Это еще ограбят. Придут. 45,50, я шучу. Так, смотрите, макаронные вырабы. Так как Юлька сидит на диете, а мне написали, что мне можно макароны твердых сортов. А я так люблю макароны. Я так люблю крабы. Короче, ребята, нашла в АТБ. Вот такая. Смотри, какие они, папка, темные. Да, прикольно. Вот такие вот. Хорошая упаковка. Да? Да. Спагетти. Так сами макароны вот коричневые. Да. Видишь? Офигеть. Да. Короче, АТБ Маркет. Круто, круто. Короче, макароны из цельномеленного зерна пшеницы твердых сортов. Угу. Во как, во как. И стоят они 28,80. Ну, первый раз в жизни взяла на пробу, посмотрим, что это такое. Может, она резинка какая, не знаю. Так, 28,80. Так, молоко, молокия, это вот такое вот. Ну, пробу взяла вот такое вот молоко. Нарисовано вот такое вот. Да, какой-то. На гусе. И Васик Телесик, я не знаю. Так, стоит оно, здесь 900 грамм, литра даже нет, ребята. 24,20, так? Потом апельсины, мы все перемыли, вот сложили к яблочкам. Апельсины 6 штучек, килограмм 29,79, вышло на 39,44. Ну, на 40 гривен, короче. И здесь же вот консервы, скумбрия на рыбный суп. Все знают, какой мы, да, мы варим вкусный рыбный суп из скумбрии в масле. Можно сардину в масле, можно тунец в масле. Очень вкусный суп получается. Стоит 29 гривен ровно. Угу. Так, а ты стоит вот так вот на меня, на виде, я же красивая. Красивая, мать, красивая. Видите, как надо у мужа выпрашивать, я красивая, а ему что остается? Я и так говорю тебе частенько. А ему что остается? Ну да. Да, да. Как? Не скажешь, ты страшная. Ну да, видите. Поэтому по-любому же, вам нужно, когда внимание, вы берете у мужа, спрашиваете, так подходите глазками, шлепаете так вот, я красивая? Он-то не скажет нет, правильно? Ну конечно. Потому что его сразу за ворота или за дверь. Ну да, жить-то охота. Не говори. Так, фарш, да, не пишите мне, да, это фарш, мясная весна. Мясорубки пока нет, поэтому покупаем такой вот фарш. Да, отец? Да, да. Так, фарш. Ребятки, 450 грамм, 45,90. Без акции. Взяла, просто у меня закончился, мне нужен фарш. Дальше. Вот такая вот наша ряба. Четверть куриная, это окорочка. 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 Килограмм 45,49. Здесь килограмм на 45,26. Вот. Так, Лена просила снеки, типа чипсы, мам, чего-нибудь, ну, дети любят. Вот, я их взяла. Значит, ребята, вот такие вот, как в прошлый раз я покупала, 6,40, это колечками. 70 грамм, 6 гривен, 40. Колечко, кольцо. Давно это было, давно.
Помните такую песню, группа Иванушки, да, International? Да. Ох, популярные были, да? Рыжий. Рыжий, конопатый. Нет, ну там был убил типа дедушку такой, лопатый. Типа такой мелкий, рыжий и качок. Да. Так, снеки. Да, говорю, за снеки вспоминаю вообще песни какие-то. Ну да. Дальше, вот это вот Лениные любимые штуки. Я их терпеть не могу, они мне невкусные. Если сравнивать, допустим, вот эти вот колечками, что я показала, и вот эти, то колечками не вкуснее. А Лене нравятся вот эти. И сегодня они по акции. Так, сейчас. Блин, это где-то, да, а вот они. 14 гривен 50 копеек. Вот. Большая упаковка, но она может съесть ее за раз. Я не разрешаю, я ее отсыплю в тарелочку и в шкафчик спрячу. Из другой комнаты слышу шкафчик, и шкафчик и шелестит. У нее не получается нанычку достать, понимаешь? Также мороженое в холодильнике. Да, было, да, больше. Мама, а можно мороженое? Я говорю, можно. Достаю, блин, полпачки нет. Ты что, не помнишь, ты мне давала? Да ладно, ну короче, она... А, и с ложкой, да, мы ее застукали? С ложкой ходит, и холодильник открывает, и шкребет то мороженое. Но... Килограммовое, короче, она быстро ушла. Так, дальше, ребята. Прокладки. Ну, понятно, обычные прокладки. Да. 19,90. Дальше, корм. Папка, посмотри, да, что я набрала животным. Я решила их побаловать. Окей. Давай посмотрим чуть. Значит, все они сегодня по акции по 7 гривен. Угу. Одна из них 7,20 попалась. Короче, Ласса. Ой, на нашу кошку Ласса похоже. Вон она. Вон она. Ласса. Ласса. Смотри. Это ты. Смотри, что мама дает. О, вкусняшка. Скажи, я первый раз такую вижу вообще. Так, смотри, папка. С индюшатиной. Угу. Так. С лососем. Ух ты. С курочкой для котяток. Да. С говядинкой. Угу. С лососем. И с курочкой. С курочкой в желе. Ох, да, а это лосось в соусе. А людям можно есть? Нет, наверное. Хотя, я думаю, что не помрем. Нет, у нас есть что кушать, конечно, до такого мы не дошли. Так, 7 гривен ровно, какая-то из них 7,20. Так, еще упаковка прокладок 19,90. Always. Ну, я уже не буду показывать, да. Вермишель. Знаешь, какая? Роллтон. На дачу ездим, закинем, пускай на даче лежит. Мало ли. Да, она же вредная, мать. Ну так мы же ее не кушаем каждый день. По барабану, день. А да? Ты вообще когда последний раз ее кушал? По-моему, на море. Да, летом, я ем, не парюсь. Если нечего есть, ем. Не, мы же не часто, это так, знаешь, просто. Да, на море запас кушал, точно, точно. Да, вспомнил. Последний раз на море летом кушал, да, где-то в июле месяце. Так что мне... если ты два раза в год там по одной съешь, ничего не будет. Ничего вообще, вообще так ничего. По 5,40 за штуку я взяла две штучки. Угу. Дальше, ребятки, готовый завтрак. Вообще Лена не просила, я у нее спрашивала в прошлый раз еще, покупать, угу, не покупать. Она говорит, нет, не надо, надоел. Но он был сегодня по акции. Просто. Я в прошлый раз покупала почти 70 гривен. Грех пройти было мимо, почти, да? 70 гривен в прошлый, угу, раз брала. А сегодня он 43,90. Ну, почти в два раза. Ну, конечно. Я взяла. Да. А что, он портится, он же сухой. Вот такой, ребята, самый вкусный из всех, что у нас наша Лена перепробовала. Угу. Вот это самый вкусный. Даже есть Nesquik этой же фирмы, но вперемешку здесь все шоколадные эти шарики. Угу. А есть один белый, один шоколадный, один белый, один шоколадный. Вот так вот, знаешь, оно, ну, не черный, такое вкусное. Вот эти вот самые классные. Один белый, один черный, да, веселый гусь. Не, не подходит. Не стоит. Так, все, я назвала цену. 43,90, очень, угу, выгодная цена. Дальше, хлеб. Вообще хлеб, вы спросите, как, Юля, почему ты купила хлеб? О нет, что будет, что будет? Да, я купила хлеб, потому что у нас осталось совсем немножко. А что, хлеб уже не едят? У нас один папка ест этот хлеб. А люди? Лена ест, в принципе, только прикуску с первыми блюдами, со вторым она хлеб вообще не ест. Бутерброды она, ну, ест редко. А что там в мире, едят хлеб еще или нет? Люди. Едят, но вообще полезный хлеб цельнозерновой, а, всякий, понял, такой, либо черный там из этот самый. Из цельного зерна, из, короче. Из цельного зерна, да. Короче, я тебе взяла буханочку хлеба, ничего, один раз поешь. Меня освободите от работы. Я, правда, не работаю, у меня хлебопечка сама печет, если что. Я просто закинула и пошла. Но все равно хочется иногда отдохнуть. Угу. Так, и хлеб это стоит 8 гривен 40 копеек. Он еще и дешевый. Он выходит дешевле, на самом деле, чем домашний хлеб. Но домашний хлеб полезнее и вкуснее. Мы знаем, что они туда кидают? Не знаю. Знаю. А я-то знаю, что кидаю. Есть ли там хлеб вообще? Яд я тебе не подкидываю.
Ну, конечно, я пока знаю. Пока еще. Шутка, шутка. Пока не достал, да? Шутка. Так, ребятушки, дальше. Лаваш. Лаваш взяла, вы знаете, про запас, да, я морожу в морозилке. Раз, открываешь морозилку, а там лаваш. Да. Ты достал, что-то с него приготовил. Ребята, всем советую. Я по советам своих подписчиков стала так делать, и уже многие стали так делать. И кто еще не делает, делайте. Замораживайте. Прямо вот так вот, он свеженький, да? Да. Кладете в морозилку, только не криво вот так вот складывая. Да. Просто ровненько в морозилочку, он замерзает. Главное его с морозилки потом не кидать, потому что он разобьется, понятное ну, да. дело. Надо вам лавашек, вы его достали. Достали и откусываете потихоньку. Нет. Кладете на стол, и он размораживается просто на столе. Вы его не трогаете. Буквально там, я не знаю, минут, наверное, 20. И все, и он как свежий. Как свежий, крутите как хотите, делайте, что хотите. Так, лаваш 16 гривен 90 копеек. Мороженое, ребята, смотрите, блин, оно тает. Давай его. Короче, факелы, факелы. Вот это очень вкусное мороженое, ребята. Хрустящим, сейчас вам переверну. Хрустящем стаканчике, рожок вот такой, знаете, да? Хрустящем стаканчике, шоколадное мороженое, внутри сгущенка, обычно не варенка, а обычная вот сгущенка. Фу, которая... радость какая. Нет, ты чё, да. тянущаяся вкусная сгущенка, сверху шоколад, орешки. Это вообще бомба. Сегодня они по акции, эти мороженые. Что от мороженого далеко ушли. Нет, да? вкусно очень. Да. Я раньше любила, да. И цена его, ребята, 12,75. Хотя оно стоит 18 гривен. Я взяла аж 4 штучки. Так. И оно тает, да? Да, сейчас. Я 4 штучки зафигачу в морозилку. Морозилку не показывай. Так. И еще давай сразу отснимем вот эти два мороженка. Это давай. Вообще, оно вкусненькое, оно недорогое. Смотри, оно совсем потаяло. Сейчас я его найду. Так, мороженое, не вижу. А вот, по 6,90. Два штучки по 6,90. Мороженое пломбир с ароматом манго, маракуйи и ванили. Небольшие мороженки, очень вкусные. Все, отправляются в это, в сейф. Ну, Сендра любит. Да. Пускай кушает. Твои мороженое потаяли, Донь. Потаяли, ничего, сейчас подождешь полчаса, да. они замерзнут. И так, будем поехали... сразу есть. Да, все. Поехали дальше, давай, ребята. Давай, давай. Каша, каша. Каша. Что за каша? Каша, каша. Что за каша? Почему не знаю? По 3,50, своя линия по акции, ребята. Вот они здесь. Нам не удалось их помыть, потому что они бумажные. Мы одну начали мыть, а она, ну, этот самый. Вот такая вот. Смотрите, вот такая каша овсяная, своя линия, там разные, есть курагой, есть с клубникой, вот, например, с черникой и этими семенами чиа, вот такие вот, просто это быстрого приготовления, каша овсяная, типа завтраки. Прикольно. Я их взяла там, я не знаю, по-моему, штуки 4 где-то их здесь, вот, по 3,50 сегодня по акции. Дальше. А оливки черные, ну, мы их называем маслины, что-то так захотелось, прям не могу, проходила. Маслины. Бывает такое, что посмотришь на что-то и захочется. Вспомнила своя какую-то линия. Халтуру, наверное, да? Там вечно маслинами. А, на свадьбах? Да, на свадьбах. На всяких банкетах маслины, да, да. Я раньше их не любила. Кормят. Не любила. Но. И говорила, как можно их есть? Фу. Но я их полюбила, попробовав, может быть, где-то раз четвертый или пятый. Потом я их полюбила. Солененькие, вкусные. А вот оливки... Присаживайся, как на наркотик, да, мать? Нет. А вот мы их, в принципе, покупаем только на Новый год. И вот сегодня. Этот день настал. А вот эти зеленые оливки, так я до сих пор по сей день не полюбила. А ты? Мало пробовала. А ты? Я понимаю. Да, я могу и те, и те есть. Да? Ты всеядный. Так. Оливки черные, без косточки, своя линия, они недорогие, но, как ни странно, они очень вкусные, очень. Здесь 200, а что 204 прям грамма? 204, интересно. Так, 22 гривны. А пакетик, наверное, 4 грамма. А они вроде стоит. Дешевле там были на цене. Опять надули, мать. Ну ладно, ладно. Ну ладно, плюнь. Так, плюнь. Ребята, шоколад, тоже мы его не можем помыть, не можем обработать. Три штуки по акции. Короче, вот такой миллениум. Молочный, там внизу черный, ой, белый и черный. Ну да. Молочный, черный, белый. И стоят они сегодня по 14,20. Три штучки зацепила. Смотрите, купила первый раз вот такое крем-мыло жидкое. Крем-мыло. Ну-ка. У меня есть такое вот, что на кухне у меня стоит, да. которое выдавливается. Да, Лен, покажи, да. Вот оно. Вот он скоро закончится, и я в эту бутылочку буду наливать себе вот такое вот это самое. Все, ну бывает ванна занята, ванна-то у нас одна в квартире.
она строе. Ванна занята, руки негде помыть. Тут мыло стоит очень удобно на кухне. Mm. И вот такой крем-мыло. Крем-мыло. Аппетитно прям, да? Такая это упаковочка. Да. С миндальным маслом и экстрактом миндаля. Дерматологически тестировано. Защита кожи рук PH 5,5. Вот. И стоит оно здесь 460 мл, 14 гривен 80 копеек. Вот так вот. Прикольно. Дальше. Так, еще одна шоколадка тут пошла. Бумага туалетная. 4 штуки. 26 гривен. Кстати, своя линия. Сегодня там новая туалетная бумага у них. Она красивая, такая упаковка, персики нарисованы, пахнет. Потом думаю, на самом деле, что ее жрать, что ли, что персики нарисованы. Цена, нет, даже на гривну дешевле. Но я посмотрела по толщине, понял, да? А мало намотано. Мало намотано. Пожадничали. Километража, поэтому я взяла то, что всегда берем. Так, 26 гривен ровно. Так, еще одна овсянка. Еще прокладки вот такие вот дискрит, ну, такие вот каждодневные, 50 штук, 34,50. Угу. Пакеты для мусора, ребята. Вот эти вот классные пакеты, которые с завязками. Во-первых, у нас ведро такое довольно-таки большое для мусора, потому что мы не любим мусор выносить. И мы много-много собираем, а потом выносим. Ну, шутка. Короче, 35 литров, казалось бы, написано. Я другой фирмы покупаю 35 литров, они меньше, а эти объемные, правда, прям большие. Да. И очень... хорошо, что затянул сразу завязочку. Завязочки. Затянул, все, он закрылся, ручки. Есть, не выпадает. Что мы, например, не... По подъезду, а то идешь по подъезду, она падает, падает, так, да, дорожка, да? Мусор выбрасываешь. А этот затянул, все, ничего не выпадает. Мы потому что мусор выкидываем не в мусоропровод в подъезде, а на улицу. Поэтому очень удобно, за ручки идешь. Так. У нас не влазит мусоропровод наш мусор. Ведро большое, пакет большой. Так, и сегодня прошла, не смогла пройти мимо, потому что по акции пакеты пригождаются всегда. Здесь 30 штук, 16,60 стоит. Так, тут еще каша. Каша пошла, молоко. И молоко вот такое, вот мы его частенько берем именно вот это. Оно от детей, опять говорю. Детей, слушай, да. Я в прошлый раз так сказала, ты видишь, почему? От детей с 9 месяцев. Дети, да, делают. Вид 9 месяцев. От 9 месяцев. Для детей от 9 месяцев. Угу. Очень хорошее молоко. 32 гривны 60 копеек. Яблоки. Яблоки другая категория. Вторая категория. Фасованные. Прям сетки я брала. Вот такие вот они разнокалиберные. Такие вот обычные. Угу. Тут разные. Вот смотри, какое красивое. Пожалуйста. Красивое, да? Аж блестит. Мама блестит, натерла. Так, ребята, килограмм. Яблоки немного подорожали. Килограмм 21,95 вышло на 30 гривен. Редиска немножко взяла, редиски, потому что она чуть-чуть такая вот вялая. Ну, на салатик, в принципе, пойдет. Редиску надо кушать, витамины. Витамины, весна. Так, килограмм 12,95, редиска подешевела. Хотя на рынке дешевле, в прошлый раз брали по 10 гривен. А ВТБ 12,65. Вышло 590 грамм на 7,64. И сыр. Мне очень, ребята, очень-очень просто. Я вообще не сильный любитель сыров. Но так как я сижу сейчас на диете и не ем, то есть отменила сладкое, мучное, и мне иногда, когда папка кушает, мне что-то охота пожевать, пожрать за компанию. Вот. Я не знаю, сыр, конечно, это не низкокалорийный продукт, но все, но сколько там ты его съешь, а тоненьких 3 кусочка или 4. Отрезал, пожевал с чаечком и уже вроде как... Опять отрезал, пожевал. Я к тому, что я не любитель сыра, но вот этот сыр мне очень понравился. Очень прям ароматный и вкусный, ребята. Это сыр фирмы Кома. И мне советовали российский. Я российский увидела только нарезанные уже, ну, такими слайсами. Я нарезанные что-то не люблю, взяла кусочком. Хаварти называется, твердый сыр. Хаварти. Хаварти. Вот так вот, реклама. Хаварти. Вот, герметичная упаковка, вода капает, потому что мыли, очень вкусный сыр. Здесь 160 грамм, он по акции, 29,90. Это очень-очень недорого. Все, ребята, вроде как все назвали, общая сумма 857 гривен ровно, даже без копеечек. Представляешь, это большая редкость. Вот. Все, вот на этом все и покупки окончены. Давай, покажу еще раз. Да, а что, это уже тысячу раз показывали. Папа, ты меня снимаешь. Сейчас, мать, сейчас захватим. О, вот она. А вот она, наша мать.
Она красивая. Колечко, колечко, кольцо. Все, ребятки, кому понравился наш обзорчик продуктов из супермаркета нашего любимого ЭТБ, поставьте лайк, пальчик вверх. И подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, не знаю, интересные, можно назвать, да? Ну, я конечно, так надеюсь, интересные обзоры. Всем спасибо за внимание. Заходите, пока-пока. Пока-пока.